зрители, вас приветствует канал «Свободная Ингрия». Почему такое название? Потому что современная территория Ленинградской области когда-то была провинцией шведского королевства Ингерманландии, и проживали здесь финны-ингерманландцы. Ну а этот канал нами создан специально для масштабного видеосериала «Ленинградская область», которую вы не знаете. Древние крепости, мрачные подземелья, заброшенные дворянские усадьбы, укрепрайоны времен Второй мировой войны и многое другое увидите вы в этом фильме. Мы снимали его давно, с 2003 года, поэтому качество записи, естественно, оставляет желать лучшего. Большая часть фильма снята на аналоговую камеру. Цифровой техники в нашем распоряжении тогда еще не было. Этот фильм для тех, кто глубоко интересуется нашим регионом и кто хочет узнать о нем много интересных и малоизвестных факторов.